Приветствую вас, друзья! Мы с вами встречаемся на 20-м варианте, вторая часть. Это блок геометрия. Геометрия у нас представлена с 15-го задания по 19-е. Давайте приступим. Итак, 15-е задание. Треугольники ABC. Угол С равен 115 градусов. Давайте сразу подпишем. В треугольнике только вот этот угол у нас равен 115 градусов. Найдите внешний угол при вершине С. Ответ дайте в градусах. Ну, тут смотрите, в принципе, нам не очень-то важно, что это треугольник. У нас получается, если мы отойдем от треугольника, посмотрите, у нас получается А, С, и вот он угол 150 градусов. То есть, в принципе, мы что с вами получили? Мы с вами получили смежные углы. А мы помним, что сумма смежных углов равняется 180 градусов. Соответственно, чтобы нам найти угол, который внешний, да, нам необходимо от 180 отнять 150. И это будет 30 градусов. То есть в ответе мы даем 30. Написано ответ дайте в градусах, но ничего подобного мы не пишем. В ответе мы пишем просто число. И на этом мы задание 15 выполнили. Перейдем к заданию 16. В 16 задании хорды АС и БД пересекаются в точке П. БП равняется 12, СП 6 и ДП 13. Необходимо найти АП. Ну, что мы здесь с вами используем? Мы используем теорему о пересечении двух хорд. Если две хорды окружности пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков второй хорды. Смотрите, у нас первая хорда это АС, а вторая хорда это ДБ. Вот у нас точка пересечения. То есть еще раз, две хорды у нас пересекаются. Да, значит произведение отрезков одной хорды, то есть АП, умножить на ПС, это то же самое, что произведение отрезков второй хорды ДП умножить на ПБ. Давайте подставим все данные, которые у нас есть. АПХ, ПС6, ДП13, ПБ12. Не будем 13 умножать на 12. Мы же понимаем, чтобы нам найти x, нам необходимо левую и правую часть разделить на 6. То есть мы 13 умножаем на 12 и делим на шестерку. Ну а что, шестерка и 12 сокращаются, это будет 2. Значит, 13 умножить на 2, это получается 26. Не перемножайте, не торопитесь. Если вы понимаете, что у вас потом будет дробь и сокращение, тренируйтесь считать быстро. И тогда вы сэкономите свое время на решение второй части. То есть, чем лучше вы будете считать, тем быстрее вы будете это делать. Но, естественно, только правильно и внимательно. Итак, значит, здесь в данном задании мы пишем в ответе 26. Ну и переходим к 17 заданию. В 17 задании диагонали АС и БД трапеции АБЦД с основаниями БС и АД пересекаются в точке О. BC равняется 4, AD 9, AC 26, AC 26, и необходимо найти AO. Ну, что мы с вами будем делать? Как мы будем искать AO? Посмотрим на треугольники BOC и на треугольник AOD. Посмотрите, вот эти два угла вертикальные, значит, они равны. Этот уголок равен этому углу. Почему? Потому что они накрест лежащие при параллельных прямых BC и AD и секущий BD. Значит, к какому мы приходим с вами выводу? К такому, что треугольники подобны. То есть треугольник BOC подобен треугольнику DOA. А раз треугольники подобны, значит стороны пропорциональны. То есть BC относится к AD точно так же, как
OC относится к AO. Осталось только найти OC. Смотрите, если мы с вами AO взяли за X, давайте вот так вот я сделаю. Вот это у нас A, C. Весь отрезок AC это 26. Если мы AO взяли за X, то получаем OC будет равняться 26 минус X. Подставляем. Вместо BC мы подставляем 4. Вместо AD 9, 4 девятых. OC у нас получается 26 минус X. И AO у нас получается X. Ну а теперь у нас что? Пропорция произведения крайних равняется произведению средних. Ну или как вы говорите все, крест на крест. То есть получается девятка умножается на 26 минус x. Это то же самое, что 4x. 9 умножаем на 26 минус 9x равняется 4x. Девятку переброшу к четверке с противоположным знаком. Тогда у меня получается 9 умножить на 26 равняется 9х плюс 4х, это будет 13х. Ну и осталось теперь разделить левую и правую часть на 13. Вот видите, в данном случае я тоже не умножаю девятку на 26, не тороплюсь. Потому что я понимаю, что потом все равно будет деление. То есть 9 умножить на 26 нам необходимо разделить еще на 13. Ну а 13 и 26 сокращается. На 13, 13 на 13, 26 на 13. И мы получаем 9 умножить на 2. А 9 умножить на 2 – это 18. Соответственно, тогда в 17 задании в ответе мы пишем 18. И на этом мы 17 задание закончили и переходим к заданию 18. На клетчатой бумаге размером клетки 1 на 1 изображен ромб. Найдите площадь этого ромба. Чтобы найти площадь ромба, нужно вспомнить формулу, по которой вычисляется ромб. Для этого нужно обратиться к справочному материалу. И в справочном материале вот тут вот у нас находится формула, по которой мы можем посчитать площадь ромба. Для этого нам необходимо найти диагонали. Значит, возвращаемся к чертежу и ищем диагонали. Давайте проведем диагонали. Раз диагональ. И два диагонали. Первая диагональ. Тут все просто. Мы считаем клеточки. У первой диагонали 4 клеточки. А у второй диагонали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У второй диагонали 10 клеточек. Тогда что у нас получается? Площадь ромба, напоминаю, полупроизведение диагоналей. То есть первая диагональ 4, вторая диагональ 10 и делим на 2. Двойку и четверку можно сократить на 2. Это получается здесь единица, здесь двойка. Ну и тогда 2 умножается на 10, получается 20. Тогда в ответе мы пишем 20. Это то число, которое мы записываем в бланке ответов. Ну и у нас остается 19 задание. Какое из следующих утверждений верно? Верно. Площадь параллелограмма равна произведению его диагонали. Ну, мы с вами только что смотрели площадь, да, что у нас с площадью. И произведение его диагонали, половина произведения диагонали, это не параллелограмм, это ромб. Соответственно, это утверждение у нас с вами неверно. Дальше. Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов. Вообще сумма углов любого треугольника равна 180 градусов. Вот в прямоугольном треугольнике сумма углов 90 – это сумма углов при гипотенузе. Ну или другими словами, сумма острых углов. А вот то, что нам здесь сейчас пишут, что сумма углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов – это утверждение неверно. Ну и осталось последнее. Биссектриса треугольника пересекаются в точке, которая является центром окружности, вписанной в этот треугольник. Это утверждение нужно знать наизусть. Но если вы первое, второе зачеркнули, понятно, что третье все-таки, конечно, будет верно. Но это же вопрос может у нас встретиться где-то в других местах. Соответственно,
Его хорошо бы выучить наизусть. Бисектрисы треугольника действительно пересекаются в точке, и эта точка является действительно центром окружности, вписанной в этот треугольник. Ну а на этом получается, что 20-й вариант мы закончили. Давайте готовиться к экзамену вместе. А я на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.